Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и вся правда шансона. Вся правда шансона. В Лондоне в скором времени появится автобус-спортзал. В нем можно будет позаниматься на различных тренажерах по пути на работу и с работы. Ну, прелесть какая. Едешь ты, значит, с работы. За плечами 8-часовой рабочий день. А в руках сумки с продуктами, язык через плечо. И думаешь такой, а чего бы мне не покрутить педали велотренажера? Ну, не знаю. Лучше бы сделали автобусы, в которых круглосуточно показывают «Шансон ТВ». Вся правда шансона. Прямо сейчас я расскажу вам о звездном имениннике июля. 23 июля в Харькове родился легендарный шансонье Михаил Гулько. Многие его знают как дядю Мишу Гулько. Музыке он учился с детства, играл на аккордеоне, выступал на танцах и после школы поступил в политех. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я. Законченный чудак! Неожиданно, да? Но Гулько успевал совмещать учебу и творчество. Пел в ресторанах. После вуза работал горным инженером, а потом переехал в Петропавловск-Камчатский. И там уже закончил музыкальное училище и работал руководителем ансамбля. В лагерях Гулько срок не отбывал, как думают многие. Хотя с бесплатными концертами выступал там часто. Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. В 80-м году Гулько уехал в Америку, а уже в 81-м году вышел его первый альбом «Синее небо России». На этой пластинке были песни «Колыма», «Поручик Голицын», «Белая береза». Через 3 года вышел альбом «Сожженные мосты». Потом пластинка военных песен, и в 86-м году Гулько выпустил диск «За граница», некоторые песни для которого писались в соавторстве с Михаилом Танечем. Молодые годы, годы молодые, на краю любви и на краю России, ничего на свете не было и нет. Лучше этих лет. Несколько лет назад вышло 2 альбома Гулько в цифровом виде. «Неспетые песни» и «Неспетые песни 2». Михаил Гулько работал со многими известными музыкантами. Выступал вместе с братьями Жемчужными, пел в проекте «Четыре масти» со Звинцовым, Алмазовым и Воровайками. Михаил Гулько выпустил 8 сольных альбомов и более 15 сборников. На этой старой фотографии я всех сквозь годы узнаю. На этой старой фотографии я вижу молодость свою. Мы поздравляем легендарного артиста шансона дядю Мишу Гулько с днем рождения. Вся правда шансона. Чтобы не пропустить день рождения любимого артиста, смотрите электронный календарь alldates.ru. С вами была Катя Катушкина и вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку. Поздравляйте любимых артистов Шансон ТВ с днем рождения. До скорого! Вся правда шансона. Шансон ТВ.